спеть вам песню лет давних восстал Гауэр из праха. Приял снова бренный вид смертного, дабы потешить ваши глаза, угодить ушам вашим. Гауэр ведет, рассказывает все время эту историю. Гауэр — это средневековый поэт, который сочинил всю эту историю, ну, по задумке Шекспира. Итак, перед вами Антиохия! Город этот во всей Сирии прекраснейший построил Антиох Великий. Тирский царь Перикл! Царь, принц даже, не царь. Какой он царь? Но он молодой парень, который... Он как человек, говорит, прежде всего. Он молодой человек. Но эта мысль меня не утешает. И радости ни в чем не вижу я. Вот, поэтому он прекрасно понимает ответственность. И он с этой ответственностью в своем возрасте не может пока справиться. Как человек. Толпа сомнений меня терзает. Как предотвратить грозу, пока она не разразилась? Я, видя, что народ не защищу, как добрый царь, день и ночь крущу. И вот если, я говорю, не было бы такого человека, как Геликан, который навел его на мысль, на взрослую мысль. Разумно было бы на время отправиться, на время, в дальний путь, пока не стихнет злоба Антиоха, и львовий парк не прервется нить его преступной жизни. Но власть свою вручи хотя бы мне на время это. Служить тебе я буду верно, как солнцу служить день. Я посчитал, у меня оказывается еще 7 ролей, кроме Гауэра. Ну, такие они есть очень маленькие, проходные. Здесь я заявляю, если когда-нибудь этот гроб будет выброшен на землю, что я, царь Перикл, лишился этой царицы более драгоценной, чем все сокровища мира. В репетициях я обратил внимание, что я вообще со сцены не ухожу. Итак, перенесемся мы сюда, в Риме, которую сцена наша представит вам в танце. Отлично воспитанную Креоном, сделавшуюся, благодаря своей прелести и образованию, предметом всеобщего дивования. Она веселая-веселая, резко у нее меняются обстоятельства жизненные, она резко сама меняется. И все ее поступки именно вот такие. Не правда ли, красавица? О, ангельский цветочек, вот, да. Ну, что-то есть, наверное, от меня там. Но я не могу такого сказать, что я — это Марина. Я совсем другая, конечно же. Деревце, ты молодое, глупое. Как я тебя согнала! Так и будешь расти. Защитят меня боги. Вот они и пошлют тебе защитников мужчинов. Они тебя утешат, накормят и расшевелят. Вот эта вот женщина, которая хозяйкой, она это страшная вообще-то, по сути дела, очень страшный персонаж, потому что она брала младенцев в этот публичный дом маленькими, воспитывала их до какого-то там возраста, когда они могли там жить уже там половой жизнью, и сама же этих же младенцев, ну, как лишала жизни. Для нас-то она подойдет. Да, запомни хорошенько ее лицо, цвет глаз, рост, возраст, и давай скорее на рынок. Ну, страшновато было, когда ребята меня в мешок, вот в Марине. По сути, это такая комедия, где бесконечно меняются пространства. Я даже определил для себя этот жанр. Это немножко напоминает мне мексиканский сериал, вся эта комедия. Потому что здесь есть потерянная жена, потерянный ребенок, несчастная девушка, заточенная в публичный дом. И, в общем, какие-то вот всякие страсти, мордасти, наемные убийцы. И главный герой, который путешествует на протяжении там 30 лет. Он снова садится на корабль и пускается в море. Редкому путнику приветное. Ой.
Мне это, кстати, сцена очень-очень нравится. Вообще, просто вот самое мое любимое. Вот визуально просто мне нравится. Все очень просто. Фонарь, один актер, музыка. И все это вместе так трогает. Правда, я вижу, что человек тонет, погибает, и сочувствуешь ему. Ну, так получается, что актеры думают о том, что вот руками, если он сделал, то все это прекрасно. Ну, там еще добавим, ну, плечики он добавил себе. А то, что там еще нижняя часть корпуса есть, они как бы про это забывают. И вот приходится напоминать, что используйте еще и колени, и стопы, конечно. Вот она, пластика и заключается в этом. Иногда даже вот в моей практике было такое, что не получалась роль, вот не могут найти что-то, да. И они вот приходили, мы начинали гримироваться, либо подбирать парики, какие-то усы искать. И он прямо в зеркале, вот я вижу, да, что он, у него что-то меняется. Здесь бесконечная перемена, бесконечное переодевание, и уже вот здесь, в этом был заложен сам костюм. Поэтому есть некая, условно скажем, основная одежда, основной костюм, базовый костюм. Костюм моряка, как мы его называем. И все, что связано с разными местами, разными царствами, в которые попадает главный герой. Море подняло его. Неистовство свое. И вот вернуло. Сказать разгневанному вашему отцу, пытался ли я первым или словами когда-нибудь признаться вам в любви? Тебя я украсил и усмирил. Как смело ты! Без моего согласия! Свою любовь и нежность подаришь какому-то решайку! Либо ты смиришься предо мной, а ты, достойный рыцарь, свою признаешь Ваню! Либо вас! Актеры с этим царем кружатся, вертятся, в конечном итоге они падают, и наступает тишина. Слышно только, как сердце бьется, и вот когда вот это песком посыпают людей, такое какое-то таинство. Главное – это песок, 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 реальный песок, песок из тундры, насколько я понимаю. И, конечно, это песок – это время, это берег моря. Это туча, туча образов. Вот а если кто-то пропадет, сама история станет не такой глобальной, не глобальной, не трагичной. Она будет таким, знаете, уже. Она точно будет, как Никита сказал, она будет похожа на мексиканский сериал. А так есть очень важные кусочки, которые не дают превратиться этому в мыльную драму такую, знаете. Они очень важны. Потому что встреча меня с Мариной. Можно было сделать ее в 4 строчки. Тебя зовут Марина? Да. Ты Олихариды? Да. Где ты жила? В Тарсе? Да. А, доченька моя. Все. Но там же идет очень тонкий, очень процесс его неверия в это. Как звать тебя, прекрасное дитя? Меня зовут Марина. Какой-то бог задумал надо мной, послав тебя, чтобы был всему миру посмешищем. Столько лет они не виделись. Очень, да, вот она его ни разу не видела. Она понимает, что это ее отец, когда он уже ей сказал, что отец. Она все поняла, что она дочь его. Она не может, она это осознала, может быть, где-то. Но по сути-то это же чужой человек. Но где ты родилась и почему-то названа Мариной? Потому что ночью я родилась в открытом море. Ты ночью в море? Кто же мать твоя? Ее отцом был царь. Она скончалась вмиг моего рождения. Так мне часто говорила Лихарида, моя кормилица. Не может быть. Мы видим, насколько... И все это очень... Там может быть момент, когда я скажу, ты врешь и все. И вдруг, и никогда больше мы не встретимся. Я ее выгоню с корабля, и была бы совсем другая история. И он переборол все это как персонаж, как человек. И он поверил ей, нашел ее. Понимаете? Там тоже какая-то процесс инициации уже духовный какой-то происходит. То, что объединяет Перикла, судьбу Перикла с любым из живущих людей, или уже живших людей, или людей, которые будут жить, это, конечно, судьба, урок и стечение обстоятельств. И именно в такой ситуации Перикл находится на протяжении всей пьесы.
Сим пьеса наша и заканчивается.